Уважаемые новошахтинцы, сегодня, 8 мая, в канун величайшего праздника, Дня Победы в Великой Отечественной войне, мы уже 41 раз проводим факельное шествие, отдавая дань памяти и уважения всем погибшим и не вернувшимся с той войны, всем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Вечная им память. А наша с вами задача и обязанность помнить и никогда не забывать долг всех поколений последующих, не забывать о той страшной войне и о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды. Всех присутствующих и всех жителей города Новошахтинска хочу поздравить с наступающим праздником. В сгущающихся сумерках огненная река поднималась на самую высокую точку в городе. Во время войны немцы использовали это место в качестве наблюдательной точки. И расстреливали советских граждан. Именно их немцы по облавам припровождали на Бугалтай, там были вырыты рвы, и туда расстреливали людей. Впоследствии ребятам из 8-й воздушной, когда они там вернулись на аэродром, первое, что они сделали, они вскрыли вот эти многослойные расстрельные погребения. Родственники павших имели возможность разыскать своих. Проход с факелами в руках символичен. Каждый несет свой маленький огонек, как знак любви и признательности к родине и тем, кто ковал победу. Историк Елена Икаева обратилась к тем, кто проводит аналогию факельного шествия в Новошахтинске с акциями нацистов в Германии 30-х годов. Она авторитетно заявляет: ничего общего. Но связывать его, так же как некоторые пытаются связать свастику именно с фашистующим движением, это глубочайшая ошибка, которую допускают люди, которым неизвестна подлинная история славян. На самом деле это древние славянские символы. Символы солнцеворота, символы воинского бога Перуна. Огонь – это неотъемлемая часть культуры древних славян, наших предков. А также скифов и сарматов, которые некогда населяли территорию вот конкретно наших донских степей Великого поля.
be friends.